Ариару, мои маленькие любители покушать, мы продолжаем наше путешествие по миру ванильного Майнкрафта. Интернет. Эй, блядь! Если ты, урод, не закрываешь постоянно. Чего ты не закрыл за собой дверь? Дверь, это, сука, люки, неудобный пиздец. Сейчас переделаю. Чего ты делаешь? Нормальные двери просто. Бля, просто все они тут разнесли. Ты гоняй. Ну а после того, как землянку крипера взорвал крипер, мы решили, немножечко обезопасив ее, сделать нормальный фон. Потом какое-то время занимались благоустройством берлоги и тем, что пытались обеспечить себя едой на какой-то промежуток времени. Но когда я добыл немного еды и мне стало немного скучно, я решил отправиться в пещеру, чтобы в очередной раз найти нам приключения. Понадобывав железо, угля и прочих полезностей, сделав временную базу по переплавке прямо в пещере, продолжил ее исследование. Как и ожидалось, в неосвещенных местах спавнятся мобы, которые очень любят прятаться за спиной. Меня очень пугает тот факт, что я видел крипера, но сейчас не знаю, где он. Прямо с этим бой. Оп! А, блин! Сука! Я с железки был, сука! Ты серьезно? Ты, блядь, серьезно? Мне сейчас искать это место? Ну ты и бомжарса. Ой, бля, я не найду живого сейчас. На этот раз все обошлось. Я нашел свои вещи, полазив еще по шахте. После того, как я выбрался из шахты, я начал обустраивать жилище. Так как наше прохождение очень стопорилось из-за отсутствия какой-либо еды. Параллельно с этим к нашим фермам добавились еще фермы тростника, а Ильюша решил испытать удачу и отправиться на поиски приключений в ад. Ты где? В аду. У меня 30 левелов, нельзя умирать. А я пошел в ад со своей специальной миссией. Ты куда стол зачарования спиздил? Тебе скажи то, что хочешь. Так я уже захотел. Ты просто заходишь такой, хуякс, тут грибы растут. Забавно, забавно. После этого идет снова облагораживание территории, увеличение полей, увеличение загона для коров и прочие рутинные мелочи. Ну и где-то с кадром Илюша построил линию из дерева, назвал ее мостом, который был нужен для быстрого доступа к шахте. Я знаю, как сделать его лучше. Сам. Ой, там член уже. Это не член, это... Член. Ну и так как у нас появилась зачаровалка, появилась потребность в книжных полках. И пока я пошел устраивать геноцид коров, Ильюша же решился начать строить ферму мобов. Че ты хочешь узнать, где ферма? А, идем. Серьезно? Что а там? Нормальный спуск нет? Я вот лестницу сам. Только сейчас? Так как у нас была возможность зачарить кирки уровнем, который мы добили в аду, мы имели возможность получить кирку на удачу, что у Илюши и вышло, а у меня, к сожалению, нет. Сука. Эффективность, неломаемость. Но дожив у него кирку, я решил отправиться в шахты на поиски заброшенных пещер и алмазов. Ну а после я решил воспользоваться немного читерным, но все же разрешенным X-Ray в мане, чтобы найти заброшенные шахты. Так как нам для дальнейшего развития был необходим уровень, а там спавнятся паучки, из которых можно добыть немножко уровня. Ну еще плюсом идет немножко паутинки. Ну это так, по мелочи. Заброшенную шахту. Сань, не надо, сейчас умрешь, что на паучку.
Несу. Вообще, мое пребывание в заброшенной шахте преследовало несколько целей. Первая и не основная – нахождение железа и прочих ресурсов. Оставшиеся несколько часов я искал спавнер пауков, которые будут располагаться относительно недалеко друг от друга. Ну, как вы могли понять, без приключений на мою жопу обойтись не получилось. Из-за неосторожности и халатности очередная стрела скелета оказалась фатальной. Почему пауки так свободно прыгают через эти штуки? Через какие штуки? А, через эти штуки? Да, через паутину. Я-то пробираюсь медленно. О, не, не, интересно, почему они через... Они же смотришь пауки. Нет, нет. Сейчас убьют! Пиздец. Я тебе скажу по секрету, я не знаю, где я. Координаты я не знал, пришлось как-то выкручиваться. Изначально сам бегал, потом вместе с Ильюшей, но, к счастью, благодаря регистратору и моей памяти удалось найти место моей смерти. О, я нашел! Ну, на счастье было недолго. Буквально через пару минут, блять, после нахождения моих вещей, меня снова убивает. Макс загазник утонул в мае. Я угорну. Ты хоть раз дохнешь, нет, сегодня? И на этот раз найти вещи было невозможно, так как не было ни координат, ни хоть примерного представления о предполагаемом месте гибели. Впоследствии я решил полазить по шахтам, но на этот раз без риска. Просто копая туннель, что естественно останется за кадром. Все это время Ильюша строил мобоферму, а так как она предполагает стояние в АФК, мы решили убить двух зайцев одновременно и построить заодно АФК рыбалку. Еще у тебя не работает? Ты так умрешь. Мозаики. Ходишь, на Ctrl нажимаешь и... Ctrl пробел. Ctrl пробел W, если чё. Ну, Ctrl пробел W. Стой, нет, пошире, стой, пошире, пошире, пошире. Второй хочешь? Во-первых, нет пока. Пока нет. Окей, это тогда будет твоя пристройка, это моя пристройка идет. По-моему, дом с двумя разными стилями будет смотреться убого. Я не знаю, что ты тут строишь. Хули у тебя крыша выше моей? Я не знаю, потому что, блять, это смотрится нормально, красиво. Звезда-то смотрится. Огромный пистон строил какой-то. Нормально, блять. Это у тебя что-то какой-то маленький домик в прерии. Сейчас для второй рыбалки строить огромный. Зато у меня нет комплекса. Че, я тебя их забью. Будешь мой дом трогать? Буду. Это не твой дом. Это вообще ферма рыбалки, как бы. Почему к ней пристройка в виде члена? Саня, ну понеси свою крышку чуть-чуть. Крышку? Да. Это по-другому не назвать. И тут вообще не красиво смотрится. Смотри, какой у тебя дом. 2 на 5. Крыша у него. Пиздата. 10 на 10. Если мою сделать крышу не из досок, то будет пиздата вообще смотреться. Типа два разных стиля. У тебя еще и дорога со мной. Как будто жители, блядь, со мной живет, они. Че ты делаешь прямой какой-то, 3 на 10 и все. Мне будем разбросать все бочком здесь. Не, мне прям нравится, когда все строго. Все, пофиг, пускай там. Ни тебе, ни мне, блядь. Вот с этой стороны это похоже на дом. А с этой стороны смотреть страшно. А вот это что, ты не хочешь сейчас задекорировать? С этой стороны это как дом смотрится, да? Вот. Сейчас, сука, я задекорирую. Он еще из булыги построил. Я тебе сказал, задекорирую. Блять, 600 видов блоков он строит из булыги. И это смотрится убого. Переход слишком резкий. Бля. Да похуй так сойдет. А я ты в стене не хочешь окно сделать вот этой? Нет. Верни, как было.
сейчас я земли накопаю, стекло сделаю. Погоди. Земли. Можно вопрос, почему мы живем в землянке, блять, а дом у нас, сука, для ФК-рыбалки? Там мы не живем, там у нас... А это не дом, а сарай. Стой, погоди, 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 блять, у меня вот тут вот есть крыша, блять, в смысле, не живем. Это значит... Вот, блять, вот, посмотри вот на это. Хуйню. Ну это ты сам виноват, сделал. Теперь ему что-то не нравится. В смысле, мне все нравится, блядь, пиздато. И ты... В смысле, блядь? Оставь! Не, Сань, говно. Я спать, я спать. Вообще, я не больно бью. Это потому, что одна ночь сегодня спал. Чего ты тут строишь, я не понимаю, мне не нравится. Так не для тебя строится. Бревна свои тут накидал. Ну давай, чтобы у нас сгорели потом все лавочки. Ступеньки не горят. А дерево горит. Сделай костер просто. Костер поджигает. А он не типа чисто декоративный, да? Угу. На нее что, пожарить можно? У меня уже подлагивает, чтобы ты понимал, 60 FPS рядом с коровами. Может сократить популяцию? Я сокращу популяцию. Да, ну пора. Вот, блять, из земли. Из земли, блять. Все его маски бегают. Ну так и будет, так все будут постройки из говна и палубы. Красиво же смотрится. Я скоро буду добавлять цемент и просто тут все нахуй. Вот. Меня страдаешь. У меня кончилась шерсть. Что я сделаю теперь? Что я должен не оставить? Незаконченную постройку, что ли, оставить? Нет.